3. Опа. Ой, 3. Видишь? Тыкнулись. Ты куда, дура ебаная, блядь? Махита ФМ. Скажите, как же это? Вы молодая... отразилось, это тоже все последствия антиалкогольной политики, потому что на 85-й год вина, какое бы оно ни было, не очень качественное, неважное, да, какое-то, его потребляли 20 литров на душу населения, сейчас потребляют 6. Что при этом делаешь? Потребление водки, соответственно, выросло там... Комментировали заявление Михаила Саакашвили, по их мнению, я цитирую, у президента просто не оказалось ресурсов для продолжения борьбы. Кроме того, сторонники миллиардера Бензина и Иванишвили уверены, что партия Саакашвили вскоре распадется. Я сфотал. Валюк, руки убрать! Нихуя, гаднего нет, да ну нахуй! Ебануха! Нихуя! Тёма, скинешь мне потом! Это чья тачка вообще? Бабки этого мужика. Второй. Я в рот, блядь! Нихуя! Ах ты дурак! Ой, блядь! Я так и знал, нахуй! Я так и знал, что дебил на дебиле, блядь! Давай, короче, на нём. Давай! Погоди!
и до газу, ебать! Я скоро!